Приветствую еще раз. Продолжаем играть. Мавик на связи. Little Nightmare 2. Nightmares. Ночные кошмары 2. Кривое управление. Длительный отклик. И мрачная картинка. Погнали. Это мы про эту игрушку. А вдалеке кто-то стоит? Кто ты? Ночной кошмар. Да мы здесь не одни, я смотрю. Получено достижение разорения. Разорение чего? Что мы такое разорили? О божечки, это что за хренотень? Наруто висит. А здесь какой у нас ночной кошмар? Ну, мы одного там пристрелили. Ясно, понятно. Сейчас кто-то другой будет ужасный. Ты мне здесь не подсказываешь? Я думаю, сюда надо войти. Ну, как минимум через дверь. Как максимум через окно. А здесь кто-то сидел, но их уже здесь нет. Они здесь все мертвы. Ловуха стопудово. Сейчас только понять, как нам туда войти. Никак обойти. Такс. Наверх как-то. Возможно, что-то мы здесь не взяли. Давайте-ка посмотрим. Может, ботинки взять. Давай возьмем один ботинок, может пригодится. Два ботинка из взаимодействия, может они и нужны здесь. Они ни хрена не пройдем с ботинка, может, не пропихнем. Какое-то взаимодействие. Ну и? Я думаю, ты должна меня подсадить. Да. Дальше сама как-нибудь. А, я ключик должен достать. Или на ручку прыгнуть. Ай, бля. Сейчас сделаем все. Не знаю, что еще, но что-то сделаем. Только раскачаться, да упасть не туда, куда надо, это будет, конечно, хуже всего.
Она как знала, что уже подниматься наверх. Сейчас мы встретимся. Встретимся на какой-то там уже... Я на втором этаже, на третьем. Голова фломки. Он будешь меня ловить? А? Лови. А то как-то сложновато было первый раз так прыгать мне. В прошлом уровне. Но здесь и уровни, они как бы так растянуты, и не совсем поймешь, что переходные уровни. Здесь мы были. Ну, здесь мы тебя поняли. А кто это? Боже! Что это за хрень была? Ужасная. Знаете, мне сейчас вот это... Бегаешь, похоже на медиума этого тупого. Там, где бегаешь по чьим-то головам. Ну, почему тупого? Ты ходишь, просто бродилка, непонятная бродилка, повешенное тело. Бродилка без какого-то умысла и смысла. Просто ходить. Да, я тебя выключу. Что-то надо сделать. Так, используйте LS, чтобы настроить передачу. Как я ее, блин, настрою? Херасия настройка. Мы уже в телевизоре. И это была супер ожидаемая игра. О боги. Хорошо, что у меня Far Cry 5 еще есть непройденные. И DLC-шки. Тоже там есть, конечно, потрахаться надо. Но... Хоть что-то радует. Наверх нет. А если туда вдаль побежать? Вот, тупо вдаль. Да. Даже не обозначено никак это даль. Там даже не видно глубины. Что там яма или что еще есть. Ну, трэш. Просто трэш. Подсказывай, что наверх. Наверх или толкаем. Давай. Вот я вижу там дырка вот за этой херней. Ну или с лицевой стороны толкать. Догадайся, блядь. Вот догадайся сам. То есть забор здесь у тебя заканчивается? Ты визуально видишь, что его можно обойти. Нет, блядь. Его надо оттолкнуть дырку. Так, здесь пройти нельзя перед экраном. Мы попадаем в школу. Или это детская площадка? Ну это нет, не школа. Дом. Это, знаете, как ночные кошмары, что себе сам придумаешь, так и будет.
Мячик? А, говорите, по мячикам по игре в футбол. Вижу, вижу. Фиг больница. Это кто-то сбежал. Это ж не залазил кто-то, а простынь вниз же скинул. А не снизу наверх закинул. Вперед. Только не вижу, где эта простынь. За что она зацеплена? Мы залезли. Где эта простынь? За что? За батарею? За трубу? За что? А за что? За хрень. И здесь какой-то пожар был или кто-то грелся. А если кто-то грелся, значит здесь уже очередное кошмарное чудо. Нет, пока месть давайте. Вот кто-то подглядывает. Пока месть пусть со светом будет. Так непонятно еще, что будет происходить. В темноте или без темноты. Ну, темнота, конечно, друг молодежи, но не до такой же степени. Это обосраться можно от страха. Кто-то еще найдем здесь? Это кубик, и он нам стопудово пригодится. Давай поставим. Положи. Так, если ты взяла кубик, значит, я тоже должен взять. Погнали отсюда. Не сюда. Головоломка. Спалить. Может сюда кинуть? А ну, отдашь мне? Слушайте, а я кубик скинул уже, все, пиздец. Походу надо будет игру перезагружать. Так, а ну, контрольные точки где тут? Может, свет выключить и что там мы увидим, интересно. А ну-ка. Так, поставить кубики вот здесь вот, наверное. Так, ясно. Ну, побежали. Давай за кубиками. Я, значит, один беру. А ты второй. А, слушайте, там ты любую можешь брать. И я кубик взял. А в прошлый раз ты же кубик брала. Сейчас мы здесь где-то положим. Давай где-то здесь. Так. Побежала, короче, за вторым. А девочка тупа уже который день. Так, ну, или две банки брать, или два кубика. Сейчас посмотрим кубики. Но если с банка ходит, значит, вторую банку стопудово, наверное, тоже надо будет брать.
Или кубики, а сверху банки поставить. Так. Что, блядь, неправильно, а? Ну, подсказывай, ёб твою мать. Может, надо в нее кидать то куда-то? Так, ну давай попробуем свет включить, может что-нибудь выйдет. Или взять наверх туда допрыгнуть. Типа так положить, потом сверху залезть. Так. А может быть этот мячик надо взять, положить. Круглый. Или это глобус, хрен его знает. Такой мутный мяч, мяч. Кожаный, но мяч. Ой, блядь. Хоть бы какая-то подсказка была. Понимать бы, в какую... Куда дергаться. Что делать. Слушай, девочка, я так понял, такая... Тупенькая. Может, здесь что-нибудь есть? Не, не залезть. Чемоданы, что-то, все, что можно открывать, будем. Ни хрена открывать не будем.
Ну, у нас только один вариант. Показывать, что у нас что-то есть. Тогда нам, возможно, двери откроют. Разные предметы ложить. Это еще хрень есть. Ну, что у нас еще есть? Возможно, кукла при подношении. No. Так, ну не знаю даже. Ну давайте что ли. Ах, блядь, это надо было кинуть. Охренеть. То есть я... У меня другая логика была. Ну давай, блядь, залазь. Эй, блядь. Ну, а теперь я хочу залезть. Это что за комната? Комната наказания? Давай попрыгаем. Бляха, пока мисс додумался до того, что надо было кинуть, оказывается, предметом. Кажется, что свет светит, а надо поставить, и тебе кто-то откроет что-то. Да. Тяни. Здесь прямо механику надо понять, что тебе надо тянуть, толкать, кидать, бежать. Ну, началось. Один уровень — это минус один кошмар. Нам надо убегать от всех. Такс. И. Ой, блядь. Да, нежданчик. Нужно было присесть. А, надо взять, можно. И кинуть в этот мяч. А, хуесь, блядь. На кнопку нажал. А нам вообще надо использовать этот мяч? Давайте пока мяч оставим.
Ну что, может и не надо нам. Кто там, блядь, убежал? Кто там ловушки делал, а? Засранец ты. Сейчас будем у него козявки эти кидать. Бери, козявки эти. Вот, вот здесь сейчас. Ага, я так и знал. Да. Вижу еще вот выступающие. Какахи, мы их будем обходить сейчас. Давайте так, наступим. Чик-чик-чик, не? Ну, давайте сюда сначала зайдем. Блять, ну мальчик. Мальчик-засранец, конечно. Который эти вещи нам творит здесь. Седьмая, почему не шестая? Не подходи близко. Не-не-не-не-не. Ах ты ж, блядь, надо было присесть. Блин, у меня такой истерический смех, это просто пиздец просто. Это сейчас, давайте присядем. И отсюда прыжок. Кто там, блядь, шуршит? Оплями. Молоток. Вот сейчас зашибу. Зашибу. Похоже, нас поймали. Это же куклы. Так, как мне выйти с молоточком? Сейчас буду молоточком всех крушить. Кто не спрятался, я не виноват. А ну иди сюда. Членистоногие. Ах ты ж скотина, а? Ну, блядь, игра 1001 повторение. Ну, это просто пиздец. Вот сейчас я наступлю вот на эту штуку и присяду. А мы девочку ж не будем нашу седьмую спасать? Или она как-то сама появится с... Само спасение будет. Ключик. Все, я понял, сейчас будем искать ключик. Это папа Карло какой-то здесь. Тетя. Тетя Карло. И что-то у нее с глазами. Все боятся. Боятся, блядь. Где у нее здесь? Ключик. Где-то на столе ключик. Она слепая.
А вот и ключик. Ну, а... Зайдешь к нам? Есть. Ладно, а как же достать? На себе потянуть. Прыгай, убегай. Ха. Ну. Чуть-чуть. Убегай, убегай, убегай. Ух, ни хрена себе шея. Это змея. Жесть какая страшная. Ключи-то не забирай. Учительница мечты. Не-не, спрячься обратно. Попробуем под краем, как мы в прошлой серии ныкались под краем. Где-то здесь под самым краем выходить будем. Не, заныкался. Побежали. Она еще всеядная, плотоядная. А мурашки пошли. По коже. То есть вариант один только выйти. Один вариант, может быть, за ее партой пройти. Там вот сзади, сзади, сзади. Так, иди, короче, пиши, а мы выйдем в это время. Себя не вижу. Надо было что, вообще тупо убегать? Это хренотень. То есть они и боятся, и к тому же еще и на меня нападают эти дети, куклы. Маленькие тупизни. Yeah.
с ней догоним. Пошли нахер. Сделано в этой игре так, что ты по-любому будешь, как я уже говорю, это уже фраза «тысяча и одно повторение», кривое управление, и ты будешь просто зависать на одном уровне. Здесь уровней будет, я уверен, мало, но ты будешь на них зависать, чтобы понять, как пройти, найти единственный выход. Один и всего лишь. То есть медленно этот стелс, охреневший стелс, такой, что, блядь, выжидание, стелс выжидания. Мне нужен сюда бы какой-то молоточек. Давайте эту вилку можно взять? Какой-то молоточек, чтобы хотя бы защищаться. Я не знаю, что такое делать. А просто так в тупую прятаться. А это задрот, который нам будет помогать. Он добрый. Надо будет трубу взять быстро и его пришлепнуть. Ах ты ж. Ну, блядь, ну кривое управление. Ну, все, я взял. Почему он кидает, блядь, этот мой герой тупизень? Все, блядь, беги. Беги, блядь, я кнопку нажал, бежать. Все, взял теперь. Взял. Взял, блядь. Ну, ебанутое управление, честно говоря. Это, блядь, отклик. Ну что ты останавливаешься? Ну все, беги. Я нажал кнопку бежать, значит беги. Блять, это просто пиздец. Это просто надо схватить, его улупашить как-то. Причем это надо так тихо сделать, чтобы он... Может он нас слышит. Надо краса. Не до стелс. Скажите мне, вот как, каким образом он нас слышит? То есть ты идешь, никаких шагов, ничего нет, и он начинает нас слышать и видеть. Ну это, блядь, это просто в этой игре пиздец, это трэш. Это, я буду, я чувствую, плеваться, матюкаться в каждый раз, в каждом уровне. Хоть бы мне не это, не плюнуть, да и не это, не остановиться с этой игры. Надо пройти ее. Oh.
Ну. Кто быстрее? Я быстрее. Иди сюда. Иди сюда. Давай. Блять, ну что-то я не подождал, что он упал. Ну это просто писец. Все, давай, беги на меня. Надо было улупашить. Ну так как оно, блядь, здесь все кривое такое, и я... Даже не знаю. Блядь. Я, короче, побежал. Хватаю эту херню и... Хуесть я, блядь. Не выждал момент. Ну, выжду. И, блядь, буду радоваться, если сейчас смеяться. То есть я... Переконтачу. Да, блядь, еще и повернуться к нему надо. Вот, ну, сука, ну, это просто трэш. Игра заебов, тысячу заебов. Иди сюда, блядь, малыш. Иди, прыгай. Блять, ну вот все. Скотина такая, а? Где эта седьмая, шестая? Кого-то наказывает. И на тебе. А на тебе еще. Сейчас мы на голову скинем. Упали. А быстрее-то, блядь, загружайся, ёпта. Честно, игра этих... Ну, своих денег она стоит. Она... Страшно, блядь. Надо было в ту коробку забежать. Там впереди коробка была. Похоже еще, знаете, на что, на какую игру? Shady Part of Me. Shady Part of Me. Это... Бегом, блядь. Бегом, бегом, бегом. Да, сука, выходи ты. Все, прячь свою голову, змей. Нахер тебе надо. Прячься. Я уже вижу, на это вот просто не надо прыгнуть и наверх залезть. Выжидаем два раза. Сейчас второй раз голову поднимет. Или третий раз там еще будет.
А сохранялка? Перепрыгнуть на другую сторону. Ой-ой, блядь. Так, а как же нам тут сейчас аккуратненько слезть? Палева не было. Ну давайте-то потихарю сползем. Выжидаем. То есть выжидает, пока месье не побегу. Здесь на скорость. Нужно бежать, прыгнуть и запрыгнуть. Понял. Быстрее, быстрее, быстрее! Ну что ж ты, ёб твою мать! Запрыгнул уже, схватился. Блин. Ну короче. Ёбаное повторение. Это кривое управление, это просто пиздец, блядь. Ну, ребята, это... Оторви и выкинь. То есть, игра это будет не просто какой-то кошмар. Ну, да, это кошмар. Она просто на нервах будет проходить. Прыгнуть и стопудово где-то зацепиться. И назад. Прыгнуть назад и засыпать. Блять. Это будет игра с вырезаниями. Я чувствую, здесь будет, блять, куча таких каких-то нюансов, которые мне придется вырезать. Рендерить по-любому. Не хоть. Блять, ну вот кнопку отпустил, и он упал. Ну как так можно? Если зацеп произошел, все, он уже есть. Он уже есть. Все, человечек зацепился, я обязательно держать кнопку. То есть отпустил кнопку, упал. Ну, блядь. Управление. Да, сука.
Я здесь вижу, можно прятаться. Вот что-то светится. А, за... То есть до ручки нам надо достать. Я до ручки не достаю. Так, наверное. Понял. Ищем ключ. Не-не-не, давай. День. Блять, возьми. Так. Королева. Наверху фигурку надо взять 100%. 100%. Где взять? Меч. Так, королева долой. Собрать все фигурки. А как же наверху достать? Может, сюда надо? Короче, я так понял, что надо будет еще где-то наверху там достать, конечно. Правильно последовательности все это повыставлять, и тогда у нас что-то произойдет. Но никуда не надо здесь кидать больше глаз, например, или взять, кинуть. Слушайте, из мы сейчас собьем. А ну-ка, туда наверх. Нет, так не получится. Бутылкой сбить.
Так, где еще? Ну, наверху я там не знаю, как достать, конечно. Королева или король там, ну... С порыской, может, здесь еще что-нибудь найдем. Вот это, блядь, опять мальчик. Мальчик-хуельчик. Давайте модом. Опа! Наверху посмотрим. Ой, нанизу посмотрим, какие-то фигурки есть. Двери не толкаются. Может здесь как-то выставить такой последовательности, типа и шах и мат. Я вообще не разбираюсь в шахматах. И вот давайте так поставим. Может, за картину прыгнуть. А, значит, это подсказка. Королева. Хорошо, а как же я достану туда? Так. Вот это, значит, берем... И здесь ставим. А как же тогда я это столкнул? Хрень. Наверх же надо залезть. Как мне столкнуть сверху, блядь? Это, конечно, все клево, но я же не достану сверху. Дайте мне еще одну подсказку. Как мне достать эту фигуру со стола? Как? Я не могу ее достать. Как мне ее за... бутылкой закинуть? Ну, я же... Бутылки, наверное, все раскидал уже. Короче, давайте еще вернуться к контрольной точке и посмотрим. Мне так чувствую, надо бутылкой было запилить. Так, давайте берем, где есть бутылки.
или последовательность управления. А, так я так же само, наверное, на стол запрыгну. Там, а ну давайте попробуем сразу же туда на стол. Если здесь я запрыгнул, значит и там смогу сразу запрыгнуть. Или он настолько высокий, что я на него хрен запрыгну. Да, он настолько высокий, что я на него хрен запрыгну. Значит, буду сбивать этот бутылкой. А ни хрена, даже бутылка не может сбить. Убери, блядь, бутылку. Может, как-то шкаф отодвигается. Тумбочка. На колесиках. Так, отдай, отдай. Ну, разве что... Я не знаю. А, слушай, если сюда поставить и отсюда сверху залезть. Вот. Ну, бляха. Это, конечно, трешово было. Все, побежали теперь. Как там? Это забираем... Направо ставим. Так, это слева стояло. Вроде бы. Не здесь. Не здесь. Не здесь, забери. Напротив королевы. И последнее слева. Сейчас мы проверим еще по картиночке, да. Да, все сходится. Забирай. Ну и what next? А, это был, значит, у нас переключатель. Ладно. Забери ключ. Забери ключ. И причем я возле ключа стоял, я же нажал несколько раз ту кнопку взаимодействия, которая указана. Взаимодействие, которое должно быть. Оно не работало сразу. Это кривое управление, опять повторяю. Это же будут люди мучаться с этим. Платят деньги. Мучаются. Кривым управлением. Прям советуют. Кривое управление. Попробуйте управлять кривым управлением. Только джойстиком. Ой, тетя повар.
И замерз, малыш. Что-то с холодильником надо делать. С колбасой, что ли? Наверх залезть, вижу. Вижу, вижу, вижу. Справа наверх. Сейчас опять это сохранилка произошла. Сейчас мне тихо надо, или не тихо, и, короче, пришлепнуть этого паломника. Ну бляха, ну а как же по-другому-то? Убегать от него. Опять началось 1001 повторение. Ёбаный рот. Сюда, блядь. И тут же дистанцию не видишь его, как его шлепнуть. Прицел какой-то был, но, блядь. Хорошо. Идите в подземелье. Отдохни. Иди сюда ближе. Иди сюда. Где еще? Так, берем полоник. Я без полоника туда не пойду. Там бешеная скотина. Ну а сейчас я же не смогу так пройти просто. Так. Взял и все, не кидай, ну блядь, ну чё ж ты кидаешь? Ну. Я хочу с половником, чтобы ты не кидал, и с половником пройти сюда. От них нужно как-то или убежать здесь, или... Так, шестая наверху сидит, я вижу. Как-то наверх залезть. С полуником я не могу. Сейчас посмотрим, может, что-нибудь... слушай, я голову переодел. Охренеть, вот это взаимодействие, конечно. Это, конечно, да. Я такой же трешаковый, как и вы. Что мне надо сделать?
Ебанько падает гранату. Это ж седьмая там наверху, или нет? Или не седьмая? Мы выжидаем. И побежали. Близко не подходим, это так выжидает что-то. Засранец. Сейчас сверху упадет какой-то. Где мой пакет? Ёб твою мать. Без пакета. О, пакетик. Через верх. И что это? Может, надо было мне куда-то прыгнуть туда направо? Блять. Да пиздец, просто. Туда. Ну, проверяем все равно все пути. Малыш, ты приседаешь каждый раз, когда умираешь. Я еще просто не понял, что там кверху, но на крюк я прыгнул.
на низ опустился. Ну а что дальше? What next? Нахер, короче, скидывает. Так, а чё его нахер она мне далась, эта банка? Так, крюк, хорошо. А с крюка куда мне прыгать? На крюки, на крюки. Где-то прыгнуть с крюка? Отсюда? Ну, блядь, а куда? А, слушай, может в эту вот какая-то там палка торчит? Или что-то нет? Балка еще раз. Нахер, короче. Или там... Здесь просто... Вот честно, здесь некоторых вещей просто не видишь. Это как в этом... В игрушке The Medium. Там есть двери, которые ты проходишь, и просто ты их не видишь. Не видишь. Их просто так сделано, что ты их не видишь. Слушайте, а здесь я могу, допустим, не сюда, а туда прыгнуть. Кто-то в другую. Да нет, здесь походу только... Дайте мне развернуться. Так, ну давай, давай, давай. Малыш. Блин, звуки, конечно, там стрёмные. Этих кукол детей. Прямо все хочешь скидывать. Прямо все. Ну, хочешь так скидывать, окей. Так, ну, я так походу понимаю, что это надо будет на кнопку нажать. Правильно понимаю. О! Здрасте. Чё, на кого нарежет? Лягушек? А, так это что, учительница биологии? Или она учительница всех учительниц? Длинношея учительница. У нее попа спереди или попа вообще нет? Даже не знаю. Надо было бы, наверное, пробежать бы посередине вперед чуть. Или чуть выждем. Вернешься? То есть пугают нас звуками. Ну и сохранялка есть.
надо наверх по-любому запрыгнуть. Она знает, где я хожу, ну. А, заика какая-то. Как мне наверх за... А ну, слева, да, вот этот вот стол, конечно же. И с него мы только сможем залезть. Но чтобы залезть, нам нужно ее как-то отвлечь. Зайка. Не достанешь. Нет никого. Все, она банки раскидала, это трэш. Значит, за банками мы уже не спрячемся. Значит, ждем, пока она отойдет. Блять, ну вот это 1001 повторение. Выжидалки, хреново туча. За спиной пройтись, но не сможем. Бляха, но пиздец. По-другому никак. Буду ставить 18 плюс игрушку. Ну нахер. Ну типа. Ну, я так понимаю, только тут через верх. Почему она не отходит нахер вообще туда? Отойди ты, отвернись ты. Ладно, ждем. Ни хера не отходишь. Да тебе показалось.
Ну да ёбаный ты в рот. То есть быстро запрыгнуть и за банкой спрятаться. Стыд и позор. Может, банку как-то скинуть? То есть действия никакого не произойдет, пока месть ты не заберешься нахер наверх. Давай, беги, беги, беги. Математика нахер. Биология. Так, понял. Не побежал. Нельзя было спешить. Значит, это тот момент, когда нам надо туда вылезти и выпрыгнуть. Так, бери этот кусок говна, короче, и уходи. И второй тоже забирай. Бежать нельзя было, надо было красться. Но вот не сразу срабатывает. Нажимаешь кнопку. И секундная, буквально полторы секунды задержка, блядь. Есть, ныкаемся, ныкаемся. А между этим... следующим действием. То есть задержка очень большая. Ну, блядь, я же нажал кнопку, чё не присел, сука. Вернуться к контрольной точке, это просто пиздец. Раскидала банки, это уже плохо.
сука ты. Тупая. Да неужели? Так, блядь, давай залазь. Охренеть. Наконец-то я проник сюда. Это просто какой-то заеб, ребята. С этой игрой, конечно. О, началось. Так, ну давайте я сначала, наверное. Я... Так, надо было, наверное, стукнуть молотком. Ко мне побежали. Давайте. А, иди сюда, блин. Сюда. И сюда. Еще. Следующий. Следующий. Тупые дети. Это ж не дети, это куклы. Ой, блядь, мимо. Ну а как тут дистанцию опять? Не видишь дистанции.
как же эту дистанцию увидеть? Как понять, близко он, далеко это тело? Трэш. Давай, блядь, идите. Скотина, жду. Блин, я уже, я честно говоря, я буду нервный. Вот после этой игры это просто пойду напьюсь. Я так еще не нервничал. С такими просто пиздатыми играми обосраться можно. Какие они охуенные. С тупым управлением, блядь, с непонятной дистанцией, как... атаковать. Хуясь, блядь. И по новой погнали. Хуясь, блядь. Без молотка. Я ебал, короче, с этим молотком бегать сейчас. Я пошутил. Молоток я возьму. Следующий. Шестая? Эй. Эй, та, которая на параше была. Блять, и все видео точно 18+ буду делать. Ну, ребята, это просто... Это просто так нельзя оставлять. Уж матюков много. Да, игра такая паршивенькая немного получается. Ну чё, будем стоять и друг на друга смотреть. Вижу механизм. Остановись под рояль, сейчас будем блинчики делать. Или мы скинем, и он разобьет в полу дверь. В полу проход, а не дверь. Понял теперь. Понял наш замысел. На веревку надо. Или, попрыгаем сейчас.
попрыгаем вместе и провалимся в пол. Дальше. Да я понял. Прыгаем. Вверху прыгаем. Может, с другой стороны прыгнуть? А, мне надо попасть. Сейчас давай вместе. Фридом вместе. Прыгнуть в такт. Подсаживай. А, надо было трубу взять. Да, и опять лупашить. И опять ебашить, короче. Ебашить, лупашить. Иди сюда. Нифига себе, ключик. Стрел. Давайте я сразу ныкаюсь. Контакт. Как тебе открыть? А мне обратно выйти? Ну, локации они такие, все похожие. То есть, с правой стороны всегда дверь, которая закрыта, замок, который дергается бешеными темпами. Циц. Циц, шестая. Мне за молотком сначала. Я немного промазал, конечно. Шестая опередила. Слушай, да дай я добью уже. Нам же молоток не нужен. А здесь как бы можно так контроль... А нет, здесь сохраняться нельзя. То есть здесь только... На контрольных точках будет сохранение. Мне бы до контрольной точки быстрее дойти. Что-то я уже подзаебался здесь. Хочу Far Cry уже поиграть пятым. Вижу наверх. Давай. Сама запрыгнешь. Я тебе ящик скину. А ты уже как-нибудь сама. А там не ящик. Там не ящик, там... Давай, помогай открывать. Там лестница. Блять, он отпустил кнопку и все, он просто прыгает. Ну что же, блять, за ебаное управление? Через верх мы не пройдем так просто. Музыку пишет.
Мне надо крутить, когда она на музыке играет. Сейчас. Давай. Теперь тумбочку надо мне подвинуть. Я так не запрыгну. Возможно, а может запрыгну. Сейчас посмотрим. Так. Бегом, тумбочка. А где сохранение? Все, сохранение произошло. Сохранение произошло, на этом будем заканчивать, честно, ребята. Я немного подустал уже. Это оно как-то так мутноватно, эта игра. Тысяча одного повторения, тупого отклика на клавиши. В общем, с вами был Мавик. Встретимся в следующей серии. Но я по крайней мере попытаюсь себе выдавить и пройти эту игрушку до конца. Всем пока-пока.